Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами Скиф 888, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Liberation HD издания. Мы повстречали Конора в прошлой серии, и нам вместе требуется теперь достичь какого-то места. Побежали туда. Как это нам сделать? Вот так вот. Красиво Велина бежит по сугробам. Оп, так, Конор не отстает. Вперед. Опа, стражнички. Ладно, в бой так в бой. Да, Конор-то ты где? Вот, пока. Уху! Ну, давай, пока. Ой, как. Окейушки. Так, помочь Конору. Не, Конор неплохо сам справляется. Так, давайте заберем вещи. Есть тут опять небольшие кучки денег, то нам это не особо интересно. Давайте посмотрим, что в сундуке. Все, да, теперь достичь моста. Побежали. Так, еще ребята, да? Воу. Так, да? Ну, пока. Конор. А, все. Так, что-то я не очень хочу эту пистолетом, вот хлыст. Более прикольная вещь. Как по мне. Почему-то от выстрела пистолетом он не захотел гибнуть. Так. Угу. Конечно, нам надо это преодолеть, а то как же. Can you get across? Переберетесь? Да не вопрос. Опа! Ой! Я думал, она ухватится, но что-то нет. Ладно. Кстати, костюмчик ничего так прикольно смотрится. Давай еще попытка номер два теперь. Тогда туда-сюда прыгать надо. А тут пойди с помощью той веревки. Can you get across? Ну, попробуем, что теперь. Побежали. Оп. Теперь. Оп. Иху. Так, почти что. Хорошо, теперь что ты тут можешь? Можешь что-то? Угу. Супер. Сюда надо. Зачем? Перекинуть балк для Конора. А Конор сам не в состоянии, что ли? Ой. Чуть не убился. Причем весьма глупо. Ну давай, Конор, сынка, иди сюда. Угу. Так, вижу. Веселая охрана. Та-та-ра-та-ра-та. Бегут они ведь с пушками. Иди сюда. А второй тупо смотрит. А чё бы нет? И все. Делов-то. Бежим дальше. Что здесь? Угу, форт. Сумеете пробраться внутрь? Я пойду кругом и отвлеку внимание. Так, перелечься силу форта. Да не вопрос. Хотя последний раз, когда я это говорил, дело не очень хорошо закончилось. Так, я уже начинаю фейлить. Надо аккуратненько. Хочу паркуром по лесу, по зимнему. Вот здесь вот, на эту деревяшную балку. Оп. Ты куда полезла? Лезь, говорю, наверх.
Оп. Окей. Оп. Оп. Опа. Да чтоб тебя, что ты спрыгиваешь? Я из-за тебя тут погибну. В этом лесу, блин. Что случилось? Меня запалили. Стоять бояться. Вот так вот. И второй. Ой, второй оказался чуть более живуч. Но тоже не проблема. Я так понимаю, тут только паркуром. И по идее можно перебраться. Других вариантов я особо-то не вижу. Я уже нафиг заблудился тут. Где тут запаркуриться-то можно? Давайте попробуем на этот камушек. Все, да, отсюда вот это стартовали. Так. Ок. Тык, тык. Беги вперед. Оп. Да чтоб тебя. Так, нет, пешком. Забраться слабо. Слабо. Блин, нужно пропаркуриться. Фак. Бежать теперь обратно. Чуть-чуть не смог. Ну ладно, чуть-чуть не считается. Побежали. Сейчас сможем. Да ладно, Шхара кидаться на деревья. Эвелина, ты что? Давай. Я верю в тебя. Мы сможем. Так, бежим. По-моему, самая успешная тактика тупо зажать, бежать вперед и кнопку прыгать. И Эвелина справляется с заданием лучше, чем я. Да чтоб тебя. Опять мимо. Ладно. Давайте еще предпримем попытку. Если нет, то как-нибудь по-другому переберемся. Что в самом деле? На этой стене свет клином сошелся. Думаю, можно как-нибудь иначе попробовать. Это даже, наверное, позабавнее будет. Да что такое? Ну. Побежали. Оп. Оп. Дальше. Хорошо. Отлично. Яха. Иди сюда, пора перезаряжаться. И пока. Все. Найти Дэвидсона. Где-то здесь он рядом. Не ждал. Оху, Вертухан. Так. Где же Дэвидсон? Угу. Ты Дэвидсон, что ли? Проследить неужто опять? Нет, просто зайти в сторожевую башню. Да фигня делов.
А нет, и не фигня. Уху! Так. Выпал. Кто еще? Так. Ну, вот так, в принципе, красиво. С мультиубийством, все как надо. Кто тут еще стреляет? Иди сюда. Кричит он. Так, еще двое спешат на помощь. А нет, не спешат, им пофиг. Ну тогда мы врываемся сюда. Что, Джордж? Это вы? Капитан Дэвидсон, если вас не затруднит обращаться ко мне по званию. Вы на стороне британцев, служите моим врагам, которые хотят видеть вас рабом? Да ваше звание мне очевидно. Ха, лоялисты гарантировали мне свободу, я буду за нее сражаться, пока не получу. А рабы и бедняки в Новом Орлеане и теперь страдают, пока вы геройствуете в Нью-Йорке. Вы-то кому служите? Или вы правда считаете себя свободной? Благотворительность начинается дома, мисс Авелина. Пока. Быстро и жестоко. Без лишних движений. Ой-ой-ой, удирает. Ну и чё? Когда нас дверь останавливала. Фак, походу сейчас. А эта дверь? Нет, определенно нет. Окно? Давай в окно. Нет? Да, твою налево. Тогда какие варианты еще? По стене? Тоже нет. Авелина, спасайся как-нибудь уже. Блин, не вижу вариантов. А в окно? Нет. Время истекло. Зафейлили задание. Блин, что же там сделать? Куда бежать-то? И опять отсчет. И опять непонятно, что же нам сделать. Так, в стену она не хочет. Ой, в стену, на стену забираться так захотела. А здесь как? Здесь мы забегаем в стену почему-то, там не хотим упорно. Ладно. Так, смогли. Давай сюда. Окей, отлично. Так, повисни. Открывай дверь. Нет. Тогда дальше. Куда нафиг дальше-то? Твою налево, я думал, только сюда надо. Расслабился. Вообще наверх, по идее, да? Ну, отлично. По крайней мере, мы теперь знаем направление движения. И должны суметь выбраться. Очередной фейл. Побежали сюда. Не теряем время. Так, давай, цепляйся. Где-то тут можно зацепиться. Это я уже понял. Окей, сюда, сюда, сюда. Давай, прыжок. Сюда.
Хорошо, сюда. Нет, вот так вот, давай сюда наверх. Нет, не хочешь, да? Да блин, нет. Походу опять фейл. Я теперь не могу понять, откуда туда лезть. Так, давайте вверх. Здесь тоже поднимаемся сюда. Ага, сюда, сюда, сюда. Супер. Все понятно. Ну, с этого-то раза должны уже суметь, я думаю. Будет совсем стыдно уже. Какой нам в четвертый или в пятый раз-то не пролезть. Это будет вообще печально. Побежали. Так, цепляйся, Эвелина. Окей. Давай. Ты можешь. Я в тебя верю. Ну, выше. Так, хорошо. Теперь сюда вправо. Бежим скорее, скорее, скорее. И выше. Опять вправо. Так, все. Наконец-то. Щучкой вышло. Ты неужто... Едет сюда. Не удалось ему смыться безнаказанно. Это здорово. А вот и ты, коварный закрывальщик. Авелин в закрытых пространствах. Я надеялась, что до этого не дойдет. Теперь смерти ты навеки свободен. Ты издеваешься? Я выбрал свою судьбу. Это настоящая свобода. Может, однажды и ты это поймешь. Я? Кто такой представитель? Все это время ответ был у тебя под носом. Ты смотришь, но не видишь. Just open your eyes. Интересно. Вы узнали то, что хотели? Да, как и то, что не хотела. Коннор, вы всегда уверены в пути и действиях братства? Я верю своим рукам. Разумеется. Спокойной дороги. Меня беспокоит прибытие. Значит, вы на верном пути. Опять, блин, добраться куда-то менее чем за минуту. Ага, Джордж Дэвидсон дал достаточно подсказок, чтобы раскрыть тайну представителя. С тяжелым сердцем Авелина возвращается домой. Ну давайте будем вычислять представителя. 1777, Новый Орлеан. Истина открылась, и вывод напрашивается сам собой. Побежали. Так. Новый Орлеан. О, ты кого там ловишь? Столкнуть тебя можно? Нет? Жаль. А хотелось. Так, немножко паркура. Йоп. Ну, что ты на стену-то не лезешь? Ой, тут охранничек.
Пока. Нефиг бегать по крышам, где бегает Авелина. Веселый-то охранник. Оп. Побежали. Уху. Уху. Так, на деревья. Ой. Совсем не на деревья. План был на деревья. Так, что нам сделать-то нужно? Охрана, не замечай меня. Я покажу вам специальную версию от Рудиту. Вот кое-что, что не скрыли от людей. Да ё-моё. Иди ты. Хорошо. Так, так, я залезу. Ага. Здорово. И давайте посмотрим, что ждет нас дома. Авелина, какой приятный сюрприз. Полагаю, поездка была удачной? Удачной? Какая двусмысленность? Авелина, все хорошо? Хватит притворяться, матушка, или лучше представитель. Я знаю, кто ты на самом деле. О, Авелина, не надо так злиться. Думаешь, я не знаю, куда ты бегаешь, когда вылезаешь по ночам в окно? Как ты притворялась? Как ты притворялась? Ну? Как ты притворялась нежной дочкой перед отцом? Как ты притворялась одной из рабынь? Как будто я могу тебя не узнать. Моя милая падчерица, ты до сих пор жива лишь потому, что нужна мне. До сих пор нужна. You are alive today because I needed you. Because I still need you. For what? Для чего? Sit down. Сядь. Отлично. Оружие. Сбежать. А куда? Побежали, что ли? Stop right there! О, о. Блин, на кунг-фу я так вряд ли покажу. В таком наряде. Или придется. О, зонтик. У нас есть зонтик. Не поздновато ли, как ты думаешь? Мои люди убьют тебя, а потом займутся и твоим драгоценным братством. Вольно. Подумать только, так грустно. Сколько лет мы служили одной цели? Освобождению рабов. Ты держал их в цепях вдали от всех ради собственной выгоды. Ты покончил с этим, как я и планировала. Месье де Феррер считал иначе. Он превратил мою тихую колонию в уродливое чудище. Ты убил его. За это я благодарна. Я тебе не верю. Авелина, я люблю тебя. Ты мне как родная дочь. Я не могла иметь детей. Но ты принесла свет в мою жизнь. Всю жизнь ты мне лгала. Мне жаль, так было нужно. Мать должна защищать дитя. Ну подумай сама, ты знаешь, как больно вести тайную жизнь, прикрываясь интересом к юкон да кружевам, притворяясь покорной мужчинам, отрицающим твое право на самостоятельность. Разве мы чужие друг другу? Ты была нужна мне, чтобы устранить сторонников террора в Ордене. Ты сейчас мне нужна. Я не дам ассасинам растратить твои таланты. Ты слишком ценна для меня. Как кукла, как инструмент? Я знаю, ты злишься, Агате. Я не послушалась его, иначе де Феррер был бы сейчас жив. Видишь, наши цели совпадают. Будь со мной, Эвелина. Закончи то, что начала.
Часть 9. Довольно притворяться. И что сейчас произойдет? Записи воспоминаний в анимусе. После столкновения с представителем Мадлен Делиль, своей обожаемой приемной матерью, Авелина в смятении и одиноко. Она отправляется на болото, чтобы посоветоваться с АГТ и испытать собственную веру в братство. Угу. Ну, здравствуй, АГТ. АГТ! Ученица возвращается. Зачем? Для чего тебе понадобился старый АГТ? Я узнал, кто такой представитель. Что? Разве ты уже не убил его давным-давно? Это был не представитель. Теперь ты понимаешь, что зря меня не слушал. Ты виноват в этом не меньше, чем я, АГТ. Я была ребенком, когда ты привел меня в братство и сделал ассасином. Ты притворялся моим защитником, чтобы найти врага. А ведь представитель — это моя собственная мачеха, Мадлен. Яблоко от яблони недалеко падает. АГТ, стой! Очнись! Воу-воу. Ты что, мне с тобой дрался, парень? Нет, не может быть. АГТ, что ты со мной сделал? Орден, это будущее. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пока. Что еще? Да ё-мо... Сколько вас тут? Оху. Жестко. Тем более в рукопашку приходится драться. Надо посмотреть, может оружие какое-то достать. АГТ, стой, очнись. Давайте попробуем нафиг пристрелить. Иди нафиг. Да ё-моё. Опять он заманил нас в эту фигню. Так. А с кулаков переключимся на охотничью саблю. Вот это классный прием. Пока. Кто еще? Да что такое? Так, иди нафиг. Теперь ты тоже иди. Так, иди тоже. И лесом. Фу, блин. Это тяжело. Что еще? Когда моряки напали на тебя, надо было не вмешиваться. Я думал, тебе дух воина, как твоей матери. Но ты вся пошла в... Пошла в отца, у этого слюнтяя, рабовладельца. Убить АГТ. Блин. Учитель, ты нас предал. И где ты вообще, учитель? Наверху, что ли? Сейчас мы тебе устроим экзекуцию. Веселый ты парень, АГТ. Вот ты где, да? You have no right. Ты как ты смеешь? Так, пока, пока. No. Фигня вообще. Иллюзия. Конечно, иллюзия. АГТ, стой. Ну? Ты будешь умирать, нет? Ой! Так, стоп.
Да что такое? Отцепитесь, ребятушки. Да, блин. Да ё-моё. Ну жесть просто. Вы должны погибнуть. Да блин, да ты прикалываешься. Это, по-моему, финальная уже. Финальные бои, я так понимаю. А, нет, не самое начало. Тут радует. Ё-моё, спряталась. Бежим наверх. Да чтоб тебе вас. Идите нафиг. Ну? Они сейчас тупо меня расстреляют. Кто бы мог подумать. Так, убегаем. Идите нафиг. Не, по-моему, я уже запорол. Попытку. Это все обман, действительно. Так, давай, восстанавливай жизнь. Потом я пойду дальше в КГТ. Фух, как это же все-таки непросто. Давайте попробуем сменить еще оружие. Возьмем мачете. И, пожалуй, веревки. Так и оставим. Так, беги нафиг отсюда. Да, нет, нет, нет. Так, оп. Пока. Жесть. Так, ядовитая ложь, ты все понял. ГТшенька, иди нафиг отсюда. Just open your eyes. Да чтоб тебя. Да блин. А-а-а, Авелина. О, своего пырнул. Хоть что-то хорошее. Давай закали его. Хотя бы минус один. Так, оп-оп. Ну, ты-то уже должен погибнуть. Все, пока. Фу, жесть. Подняться за это на вершину дерева. Окей. Не хочет он вместе с нами походу разбираться. За 5 минут я не успеваю выполнить. Ладно.
I told you never to speak to me of that. The knowledge, it will destroy us all. Так. And without it, we will continue to stumble blindly towards what? Not towards. Away. Put it from your mind. Так, где ж ты там спрятался-то? На вершине, блин, дерева. Учитель, не вынуждай меня. Я помню ОГТ, который учил меня. Он отважен и честен. Я знаю, он еще живет в тебе. Выпусти его на свободу. О, что я наделал? Надо было остаться с твоей матерью. Вырасти. Я тебе сам, как свою дочь, ты бы не стала таким чудовищем. Raised as a daughter, not twisted into this monster. Go now, Агате. Уходи, Агате, беги и обещай, что не вернешься. And promise never to return. You would bid me a иначе умру медленной и мучительной смертью, ты это обещала, Ульюа. Без чести я жить не стану. Я... Агате! No! Агате, нет. Агате решил покончить жизнь самоубийством. Конфликт с Агате. Так, записи воспоминаний Вани Муси. Провал Агате как ассасина, его недоверие приводит Эвелину в отчаяние. Она возвращается к Мадлен, готовясь принять дело жизни своей мачехи. Понятно. Я сделал, как ты просила. Он мертв. А диск? Клянешь ли ты блюсти устав Ордена и наши принципы? Клянусь. Не разглашать никому наших тайн и сути наших трудов? Клянусь. Отныне до последнего вздоха, любой ценой. Клянусь. Тогда я приветствую тебя, сестра. Вместе мы приблизим зарю нового мира. Мира, где нашими... нашими трудами у всякой вещи будет свое место. Дочь моя, отныне ты одна из нас. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Конец. Да. Сюжет, конечно, немножко рваный у игры, если честно. И концовка скомкана немного. Но в целом, если смотреть на игру как порт... О! Что это у нас? Бонус? Забавно. В чем суть? Так не могу. Так, я не понял, это была концовка или все-таки нет еще? Давайте убьем гражданина и попробуем. А то я уж тут начал рассуждать о концовке игре. Игры в целом. Почему она подвела нас? Да и
Я не могу не косячить. Это точно. Но в целом, если смотреть на игру, она довольно неплоха. Конечно, не откровение, но в принципе довольно-таки с удовольствием, с интересом я в нее играл и получал определенное удовольствие. Особенно когда фейлил. Ну, давайте попробуем завершить эту миссию. Я думаю, наверное, последнюю уже. Или просто как бонусная. Так. Убить гражданина Э. Где этот гражданин? Блин, не допрыгнули. Чё за задача такая внезапно нарисовалась? Гражданин Э. Ну, не могу я не фейлить. Я бы сказал, что игра оставляет после себя скорее приятный осадок, нежели неприятный. Выглядит, играется неплохо. Так, я думаю, мы еще не одну серию Assassin's Creed увидим. В том числе, возможно, еще на каких-нибудь платформах. Скорее всего, опять же, на той же PS Vita. Бежать-то. Оп, оп. А вон и гражданин, наверное. Пока. И? О, продолженница. Не получается, почему я не в силах понять? Не может быть, я отказываюсь верить, сколько лет пусты, целая жизнь в жертву, и... У нас есть все фрагменты, я уверена, разве только... Да, это была не концовка. И нам сейчас придется туго по ходу пьесы. Так, пока, парень. А, Велина! Защищайся! Так. Оп. Нет. 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 Нет, мы не должны гибнуть. Давайте. Попробуем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то их ну чересчур дофига. Я уж подумал, конец, конец. Не конец. Так, надо хотя бы саблю, а тут хотя бы это. Как, блин, не получать-то урон? Вы чё, прикалываетесь? Меня просто убить тамплиера. И где он? А её убить, что ли? Нет. Так, иди нафиг. У них защита чересчур хорошая, как по мне. Как их так убивать-то буду? Оп. Да блин. Жесть.
Просто жесть. Новая Велинка, мы должны тащить. Давай еще раз, только в этот раз уже это оружие. И включай кнут. Я тебя умоляю. То без кнута нам будет совсем туго. Так. Отбегай. Ну, чтоб тебя... Жесть. Да чтоб вас, урки. Давай. Да блин. Жесть, их очень много. Ничего не могу сделать. Ужас. Давай, Эвелина, поднапрягись. Мы должны с тобой это дело-то разрулить. Во всяком случае, попытаться. Дротики от персеркера, давай-ка. Не сможешь? Походу, нет. Нет, походу, не лучшая идея. Ой-ой-ой. Меня тупо зажимают. Да жесть. Ну, жесть, как их много. Чем-чем-чем? Нам предлагают вообще... Ну-ка давайте тем, что чем предлагаю. Воу! У нас мульти же убийство есть. Ну? Да блин. Да твою налево. Иди нафиг. Да жесть. Ну, ну, отцепись. Блин. Невероятно просто. Как же сложно их уничтожить. Прям какая-то жесть. Давай томагавок бери в руку. А сюда бери вот эту фигню. Побежали. Да отцепись ты, атакует он. Прыгай, 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 прыгай. Нет, нет, вот и задрал меня пиратик. Совсем не акробатик, ни разу. Так. Бежим. Ну просто жесть, я не знаю, что делать, честно. Просто не знаю.
атакуют со всех сторон. Чем бы отбиться от них? Бомбу, может, дымовую? Давайте пробовать. Смогу бомбу. Так, вот бомба реально помогла. Вот, давай, вторая бомба. Получи. Фу, а то из-за бомбы стащили толпу. Здорово. Тоже начал отчаиваться. Почему? Можешь винить Де Феррера за чеченицу, но я вижу тебя насквозь. Дочь моя, нет. Дочь, лишь двое могут назвать меня так. Одну ты изгнала, другим пожертвовала. На перстянка, это твоя забота и твое снадобье. Убили отца. Почему? Почему он никогда не любил тебя? Потому что он никогда не любил тебя. А Жанна, моя мать, ты украл ее дочь, сослал ее, держал ее в рации, даже когда отец освободил ее. А теперь ты мне уготовила ту же судьбу. Ради всего человечества. Труд, вот цель, с которой тебя создали. Создали всех нас. Великая цель. Ради всего человечества. Труд, вот цель, с которой тебя создали. Я не буду служить тебе. Вот оно как, да? Я думал, это скомканная непонятная концовка. Теперь все логически увязывается. Ева проведет нас сквозь войну поколений. Грядет великая жертва, великая скорбь. Конец царства рода человеческого. Пора отвоевать нашу свободу. Ты с нами? Да. Ева поведет нас. Все кончено. И трупов нету, куда пропали. Так, а теперь концовка. Что меня уже начинают мучить сомнения по этому поводу. Эрудито, часть 9. И ты будешь заканчиваться? Итак, игру немножечко заглючило, я перезашел, и да, первые титры были ложными, и вот вторые прошли настоящие. И нас опять в Новый Орлеан закинуло, но сюжетной линии уже нет, есть только побочные. То есть мы можем просто бегать, выполнять какие-то задания. А в целом, прохождение Assassin's Creed Liberation HD издания закончено. И думаю, оно было довольно интересным. Конечно, сюжетная линия, как я уже говорил, так себе на самом деле, мало открывает каких-то интересных вещей и проливает на свет целого вот этого сюжетной линейки Ассасина, мало чего мы узнаем. По сути, практически ничего. Для фанатов игры она, думаю, будет интересна для линейки вот именно Ассасин. Да и для рядовых пользователей. Особенно учитывая, что это порт с PS Vita, игра выглядит очень неплохо. Особенно как для порта. И думаю, это все. На этом мы с вами прощаемся. Я наконец-то закончил это прохождение. И в целом доволен им. На этом прощаюсь с вами. И говорю вам спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Всем всего хорошего. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.